Время present perfect, настоящее совершенное время, часть 22, вопрос. Здесь давайте с вами посмотрим, как составлять вопрос в данном времени. Все просто. Впереди идет have или has. Соответственно, если you, we, they, I, то have. Далее третья форма. Например, ты сделал это хорошо. Have you done it well? Have we done it well? Мы сделали это хорошо. Have they done it well? Have I done it well? Если he, she, it, то получается has. Он сделал это хорошо. Has he done it well? Has she done it well? Has it done it well? В принципе, возникает вопрос, в каком времени мы задаем вопрос? В past simple, например. Past simple. Как мы с вами спросим, ты сделал это хорошо? Смотрите, он сделал это хорошо. Did he? Did he do it well? Did he do it well? Или же во времени present perfect. Или же во времени present perfect. Present perfect переводится как настоящее совершенное время, или же ближайшее прошедшее время. Грамматически это будет выглядеть has he done it well? Has he done it well? Если вообще посмотреть статистику, то, как правило, мы употребляем именно время past simple. И там, did you do, ты это сделал, там, did you go there, ты пошел туда, did you call her, ты звонил ей и так далее. Но в present perfect мы должны употреблять именно тогда, когда у нас есть временной указатель ever, когда-либо. То есть с ever мы с вами выбираем только present perfect, никак не past simple. То есть теоретически два варианта возможны. Did he do it well? Has he done it well? Но просто вопросы с past simple, они более частые. Но с ever только present perfect. Давайте с вами разберем некоторые примеры на ever. Там have you ever? Ты когда-либо... Have you ever been to America? Ты когда-либо был в Америке? Have you ever been? Have you ever been to America? Have you ever been to America? Have you ever done it? Ты когда-либо это делал? То есть начинается have you ever, если на you. И третья форма. Have you ever done it? Have you ever done it? Там если she, то получается has. Has she ever? Has she ever been? Она когда-либо была? Has she ever been to France? Она когда-либо была во Франции? Has she ever been to France? И все. В принципе, ничего сложного нет. Главное узнать структуру. Давай с вами еще раз проверим и повторим. So, have you done it well? Have we done it well? Have they done it well? Have I done it well? Has he done it well? Has she done it well? Has it done it well? Past simple. Did he do it well? Present perfect. Has he done it well? Examples with present perfect. Примеры со временем present perfect with ever. С ever. Have you ever been to America? Have you ever done it? Has she ever been to France?